Лужайка вдоль трамвайных путей между аэрокосмическим университетом и ботаническим садом притворилась собранием уникальных растений. Однако это по большей части сорняки, а потому рабочие без сожаления расправляются с ней газонокосилками. Один человек должен скосить примерно 2000 квадратных метров. Минимальный размер травы должен оставаться 2 сантиметра. Последующий покос травы на этом участке будет происходить уже после, когда подрастет. Сигнал о необходимости обратить внимание на эту территорию и включить ее в план работ поступил от жителей в общественный совет микрорайона Парковый. Такой механизм взаимодействия позволяет обращать внимание власти именно на те моменты, которые в первую очередь волнуют горожан, и оперативно решать вопросы на местах. Вопросы уже решаются. Не все, вопросов много. Но, я еще раз говорю, в ближайшее время какую-то часть мы постараемся решить, а те вопросы, которые требуют более глобального, может быть, вмешательства и ресурсов финансовых, они будут взяты на контроль. Чтобы помогать развитию Самары, формируется команда созидателей из неравнодушных людей, нацеленных работать на благополучие и комфорт в родном городе. Общими силами решать вопросы своего двора и микрорайона. Очевидно, за таких людей и проголосует население 13 сентября на выборах в районы Совета депутатов. Марина Матвеевна, Сергей Баскин, «События».